находиться, ну... Вчера с Виктором Васильевичем Тихоновым 3 часа вот сидели, разговаривали, и он вот, ну, много интересного говорил, да. Хотя я под руководством 10 лет играл, много узнал нового. Хотя от Тихонова всегда что-то узнаешь новое. И вот он говорил, ну, просто возмущался, что почему не отрабатывается большинство. Вот, и просто я вспоминаю, сколько мы работали. Это же, ну, целиком тренировки были посвящены этому. И вот это... Нет, типичный заготовка. Ну, это... Да.